не портрет фигуры. У нас была, так скажем, реконструкция, да, благоустройство Парка Победы, где у нас герои Советского Союза, точнее портреты, они маленько перестилизовались в другой вид. И, насколько я знаю, для них подготовлены уже основания, осталось только вмонтировать эти портреты. Портреты никуда не делись, они у нас хранятся в надежном месте.